сейчас на Литве у нас уже снег растаял, его почти уже нет. Вот, так что, ну, тут чуть-чуть остался. Так что скоро будет опять тепло. Я уже проснулась, так что всем доброе утро. Чем завтракать? Я сделала себе такой бутербродик сегодня. И чай малиновый. Мой, блин, такой вкусный. Всем приятно. Ну-ка, целую камеру. И у нас Родком. Очень нравится, кстати, прикольный сериал. К родителям поболтать, поздороваться. Тумке еду принесла, кушает. Смотрите, кто на меня ждет уже. Кто меня ждет? Котик, привет! Раз. Иди. Мяу. Мяу. Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Раз. У Женьки отдыхает компьютер, она мой забрала. Не забрала. Не дает мне работать. Правда, не видно черный цвет или тот синий. Почему? Ссылку уже можно давно поставить. Смотрите, как умочка спит. Так сладко. Сейчас проснется, наверное. Доброе утро. Сели обедать, я доедаю рис. У меня тут еще огурчики. И я параллельно, в общем, ну, делаю работу. Так что всем приятно, кто кушает. Я в такой занятости, я что-то так устала, у меня уже даже это, как-то прям сил нет в руках. Я сидела сегодня, в основном работала на Игоре, компьютер, а на моем тут менялись, вынужденная мера, так скажем. Надо было так для работы, вот. Теперь Игорь мне уже отдал, вот, и я тоже буду сейчас делать дела. Музычка на фоне моя. Папа пошел. Умка. О, папа. Понимаю. Умка, что ты гавкаешь? А мы гулять, короче, идем сейчас. Что ты гавкаешь? Это она так просит гулять. Игорь сказал, может, попозже. Ты видел? Ребят, мы уже нагулялись, пришли, я пошла искупалась. Там у нас дождь, мы немножко промокли. Вот. На ужин у нас сегодня картошка Игорь начистил, а мама купила селедку, вот, и одну дала нам, так что Игорь там разделывает. Я не буду, наверное, ужинать, у меня, походу, опять желудок начал болеть, не знаю точно, пока не могу понять, либо меня просто защемляет в спине, либо это из живота в спину отдает желудок. Короче, я решила сегодня не ужинать, вот, наверное, съем какой-нибудь йогурт, что-нибудь такое, вот, что-нибудь легкое, может, чай попью от силы. Вот, еще я сегодня очень устала. Мы сегодня встали рано, я встала в 7 часов. Ну вот, а что так орёт? Вот, я встала в 7. И уже, ну, как бы в обед не отдыхали. И, блин, я уже так спать хочу. Уж сериальчик посмотрим, Родком чуть-чуть, пока Игорь кушает. Потом я, может, под свой буду засыпать уже. Сегодня какой-то короткий влог, но все уже, что-то наснимали. Вот, иногда, когда вот так много работы, даже не то, что... Не, ну, ты забываешь, ты не видишь, как быстро летит время, а потом раз-раз, и особо снимать нечего. На улице хотела поснимать, а там дождь пошел, пока мы гуляли. Так что как-то так. Дождливая погода сегодня, вообще что-то так хочется весны, а погода постоянно такая. Вот. Хочется уже теплоты. Мама тоже говорит, уже не хочется на работу кутаться сильно, хочется в легкой куртке ходить. Так что как-то так. О, так хорошо. Да искупаешься. Но мне было лень идти купаться, потому что боль какая-то есть. Я думала, не пойду, а потом думаю, не, надо идти, голова уже грязная. Так что такие у нас дела. Котик. Этот макияж снимала. Беру сейчас все. Тащусь, кстати, от вот таких резинок. Блин, как мы раньше пользовались такими жесткими. Они же так перетягивают, а эти вообще классные. Еще как браслетики, красиво. Кто тут укладывается? Ты что, спать? Ты спать? Кис. Спать будешь? Спать будешь, мой рыжик. Мой рыжик. А у нас на фоне идет Гарри Поттер. Че, Родком включаешь? Или еще варится? А, ну ладно.